паспорта приоритетных проектов утвердили на заседании Совета по стратегическому развитию республики. Все они направлены на повышение инвестиционной привлекательности нашего региона, создание благоприятных условий для жизни и ведения бизнеса, улучшение экологической обстановки. О некоторых проектах далее. Проект развития системы одного окна в рамках поддержки малого бизнеса призван совершенствовать работу МФЦ. Сегодня самыми востребованными у предпринимателей являются услуги по регистрации юридических лиц и ИП, постановка на кадастровый учет и получение сведений из государственного кадастра недвижимости. Для оказания бизнеса они наиболее трудоемкие и по времени продолжительности. Да, мы в соответствии с указом президента Российской Федерации 2012 года мы указ исполняем по предоставлению услуг на базе МФЦ. Это по продолжительности ожидания там в период 15 минут. У нас есть проблемы в часы пик. Это условно там в обеденное время и после рабочего времени. У нас время ожидания доходит там и до 30, до 40 минут. Решить проблему поможет создание специализированных окон для бизнеса. Самым объемным стал проект, направленный на дальнейшее социальное развитие села. В районах республики построят еще 43 ФАПа, 16 клубов, 7 объектов газификации и 9 водоснабжения. Создание инфраструктуры на селе позволит повысить инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса, отметил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. На предыдущих заседаниях Совета утвердили 10 паспортов проектов. Все они направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие республики и должны быть выполнены, отметил глава Чувашии.